Так она сейчас снимается, да? Пауза делается на и попробуй вот так подержать. Нажат? Смотри, туда, она нажата, она сейчас снимается. А так она снимается. А так мы остановим. Не надо останавливать, надо снимать, а не останавливать. Причем тут останавливать? Снимай вот то, что происходит впереди. Только так, чтобы не ты вверх снимаешь, очень пап. Тебе видно? Тебе самому видно, что... Машина, тут у меня попадает. А вот эти дома, вот этот светофор. Дома. Ну, то есть выше, важно, чтобы было выше, чем у меня вот это, но в то же время на уровне, вот, вот чтобы щетки уже видны. Вот так, снимай еще. Вот этот телевизор виден, виден? Очередь зачем? Что задают? Делал паузу, взял паузу. Зачем паузу? Съемки же не делают паузу. Причем? Чтобы не я там, а если я хочу взять, остановить съемку? Съемки разве паузу делают? Она остановилась? Ну да, ты остановил просто. Пауза сделана для VCR. А съемки делается просто остановкой этой... Понятно. Вижу я, чтобы у нас раньше ходил под ногу. Посмотри, что ты снял просто. Останови, да, посмотри. Вот эти ворота не хотите снять? Да нет, чего эти ворота? Не Рим. Переключить на VTR. Остановить, переключить на VTR. Вот попало сейчас. Себе, к себе, ближе к себе, ближе, ближе к себе. Ага, вот попало. Зум у тебя еще есть, чтобы увеличить, уменьшить, если надо тебе по расстоянию смотреть. Приблизить к себе, удалить. Все, он уже стал таким крупным планом, что уже неинтересно снимать. Но вообще, все равно интересно. Красную кнопку нажал тоже? Да, нажал. Нажал точно? Да. Снимаешь? Убрал, да? Да. Красную кнопку? Да, потом убрал, да. Потом, когда еще может появиться, тут еще какие-то моменты. Да если одна красную кнопку уже не снимает, я могу быть уверен. А? Я могу быть уверен, что не снимает. Ну, посмотри туда, если нет внизу красной лампочки, значит не снимает. Просто... Красной лампочки не горит там внизу? Вот нажми кнопочку, и посмотри, вот можешь кусочек еще снять. Нажми кнопку и посмотри, загорелась красная лампа? Надо, чтобы красная лампа попала в поле зрения. Есть, да? Сейчас снимает. Конечно, вот сейчас идет съемка.